Опера – это несложно. 17 апреля в Севастополе в Центре культуры и искусств состоится первый фестиваль оперной музыки имени Леонида Собинова. Это имя культурное событие получило в честь популяризатора классики, директора Большого в Москве и основателя театра Луначарского в Севастополе, который изначально был театром оперы. В фестивале примут участие крымские исполнители Михаил Игнатов, Виктория Накарнеева, Мария Манзи, Алла Кобякова, а также латиноамериканский тенор Хосе Игнасио Урра. Я очень рад принимать участие в фестивале имени Собинова. Его имя, безусловно, говорит о многом ценителям русской, да и мировой музыки. Вместе со мной на сцене выступят большие профессионалы. Это касается и исполнителей, и, конечно же, оркестра. Мне очень приятно быть среди них. Идея проводить оперные фестивали имени Собинова в Севастополе зреет уже более 10 лет. И только сейчас ее удалось воплотить, пока в виде однодневного концерта. В первом пилотном проекте участвует 11 певцов. Предпочтение отдадут академической опере. Прозвучат арии из опер «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Риголетто» Верди, «Турандот» Пуччини, арии из «Реквиема» Ллойда Уэббера. Проект признают просветительским. Исполнители обещают новые прочтения классических арий и свежее дыхание молодых оперных звезд. Опера – самый сложный вообще из синтетических жанров искусства, потому что слишком много компонентное искусство и много, так сказать, все это вместе очень трудно, с одной стороны, создать, сделать, а с другой стороны, и, так сказать, и понять содержание оперы достаточно сложно. Но мы взялись за это дело не только потому, что хотим преодолеть эти сложности, а мы хотели бы, чтобы благодаря вот воспитанию, понимания оперы в нашем городе, мы могли понять, что и севастопольцы должны понять, что они не периферийный город, и что здесь есть все, так сказать, составляющие какой-то столичной атмосферы. И я думаю, что когда человек чувствует, что он не на периферии, а где-то в центре, он начинает по-другому относиться сам к себе и к окружающим.